Я в первую очередь хотела бы сказать спасибо большое за приглашение, Георгий Иванович, Светлана Анатольевна, очень приятно. И разрешите поделиться своим опытом лечения пациентов с заболеванием меланома и сопутствующей патологией. Пациент, как мы это видим? Вот приходит к нам среднестатистический пациент, 58 лет, мужчина. 2017 год, говорит, у меня в марте, весной появилось образование на коже спины, обратился по месту жительства, трактовали как атерому, скорее всего, сделали вскрытие, даже пациент сохранил фото, очень с хорошим косметическим эффектом. К сожалению, через буквально месяц-два пациент отметил продолженный рост образования в области послеоперационного рубца. Уже на этом этапе обратился к нам, выполнена биопсия с последующим верификацией, что это была меланома, с широким иссечением. Здесь, конечно, уже пришлось взять шире, это уже достаточно большое было иссечение. Получается, пациент с нерадикальным исходным иссечением, с последующим продолженным ростом и широким иссечением рубца в 2017 году. Полтора года пациент находился под динамическим наблюдением и пришел к нам в марте 2019 года. На тот момент у него продолженного роста не было в зоне операции, но, к сожалению, появились отдаленные метастазы. Вот представлено легкое, метастаз в ребро, как наиболее показательный таргетный очаг, обследован. БРАФ дикий тип, CPS-15, ЛДГ в пределах полутора границ верхней нормы. Что в этой ситуации мы делаем? Ну, давайте посмотрим. Смотрим. Пациент, смотрим на возраст, например, 60 лет, но мы с вами знаем, что возраст, в общем-то, это совершенно не показание для того, чтобы как-то отложить, назначить или нет. Хорошо, возраст, допустим, не является каким-то препятствием. Индекс массы тела. Здесь надо обратить внимание, индекс массы тела данного пациента, вес у него был 120, индекс 38,7, считайте, 39. Вспоминая, без сомнения, конечно, это ожирение, которое, наверное, предположительно, может повлиять на эффективность терапии. Мы как-то по-разному относимся к пациентам с каким-либо отклонением. Мы переживаем за пациентов, у которых кахексия, без сомнения, но и индекс массы 39 – это тоже много. Получается, я посмотрела, как бы нам стоило отнестись, если мы планируем, учитывая отрицательный БРАФ, антипедиадин терапию. И вы знаете, на самом деле много данных о том, что, скорее всего, это не только не ухудшит предполагаемую эффективность, но и улучшит ее. Есть данные по меланоме, они тут немножко менее направлены на однозначное утверждение, что будет лучше. Предположительно, в первой линии при индексе массы тела в более высоком, больше 30, эффект мы ожидаем даже лучше, чем в остальной популяции. Хорошо. Индекс массы тела не мешает нам, а только помогает. Как нам выбрать? Нам пойти по хорошему, известному нам пути, спокойному, уверенному? Или нам какие-то поставить более для себя высокие цели? У нас с вами есть алгоритм, к которому мы привыкли. Как это выглядит? Ну, давайте посмотрим. БРАФ отрицательный меланома. Выбираем между монорежимом и комбинацией. Выбираем. Нам помогает в этом пациент обследован. Спасибо вам большое. Он приносит данные. И, конечно, мы, делая вывод, в том числе учитывая статус PDL, что нам, в общем-то, абсолютно можно остановиться на монорежиме. Хорошо, монорежим. Что-то еще нам нужно знать о пациенте? Начинаем понимать, что пациент жалуется. Может жаловаться? Ну, конечно, может. ЭКОК у него, вот мы колебались, не знаем, 1-2 поставить. Слабость, боли. Но на боли он имеет право, потому что достаточно большое образование в ребре с мягкотканным компонентом, со сдавлением. Получается, ЭКОК. Насколько нас ЭКОК приведет к решению о выборе терапии в ту или иную сторону? И есть данные о том, что, без сомнения, конечно, пациенты с ЭКОГом 2-3, они не будут получать равноценную эффективность, как и пациенты с ЭКОГом 0 или 1, но и не нарастала у них токсичность. Это же не повод их не лечить. Ну хорошо. Как в реальной практике? Чем у нас еще ЭКОГ может обусловлен быть? В общем-то, иногда пациенты к нам приходят действительно с ЭКОГом 2 за счет, ну, как минимум, объема опухоли. Хорошо,
Что мы решили тогда посмотреть и сделать? Мы собрали пациентов, которые к нам обратились в учреждение. 54 пациента, диагноз только меланома, на антипедиадин-терапию, которую мы планировали. И попытались примерно сравнить, насколько группа, которую берем мы на антипедиадин-терапию, она не коррелирует с теми группами пациентов, которые мы брали в клинические исследования или ну, характеристики, которые дают нам данные из исследований. И вы знаете, на самом деле, да, чуть-чуть, возможно, группу мы берем другую. Чуть больше, может быть, ЭКОК-2, может быть, понятно, мы лечим пациентов с метастазами в голову, но это разные исследования. Получается, ЭКОК бывает, но вот у наших пациентов получилось так, что ЭКОК все-таки больше не за счет сопутствующей патологии. Хорошо, возвращаемся к сопутствующей патологии. Думаем, ну, давайте назначим. И вы знаете, вот на этом этапе пациент достает прекрасное заключение, где сопутствующая патология занимает 12 строчек. На самом деле, конечно, такое пугает. Если это вывести и посмотреть в... Это просто список сопутствующей патологии. Вот просто список. Если мы посмотрим прекрасную схему, на какие органы отрицательно может повлиять иммунотерапия, ну, на самом деле, мне кажется, вот эти органы, они как-то вот здесь, по-моему, перечислены даже больше у пациента. По поражению с точки зрения уже он пришел с ну, резервом организма, наверное, не таким идеальным, как бы нам хотелось. Что же получается? Что нам делать? Ну хорошо, берем просто инструкцию. Читаем инструкцию. Спасибо, Ирина Альбертовна рассказала многое о критериях, как нам посчитать индексы. И Наталья Николаевна рассказала о том, как нам быть с креатинином. Хорошо, здесь пациент компенсирован. Думаем, давайте назначим, ну, допустим, ниволумаб, пембролизумаб. Кривая, которая предполагает, как будет меняться состояние пациента, качество жизни его на период лечения. Смотрим, что на самом деле мы можем даже надеяться на некоторые его улучшения. Ну хорошо. Если все-таки будет нежелательное явление, что нас побуждает даже соматически отягощенному пациенту все-таки назначить терапию? Если мы назначим терапию, получим осложнение и прекратим в связи с нежелательным явлением, например, мы все равно получим эффект. Таким образом, что нам мешает? Мы назначаем ему антипедиадин. И давайте посмотрим, на самом деле у пациента буквально ко второй оценке минус 32%, к третьей оценке минус 42%, сейчас примерно через год от терапии минус 60%. СУВ снижался прогрессивно уже буквально на первой оценке. Это прекрасный эффект, мы очень довольны результатом, мы рады, что мы рискнули, но что же с нежелательными явлениями? Вы знаете, осложнение лечения нету. Да, конечно, понятно, могли. Но нет. И именно это говорит о том, что когда мы видим пациента, консультируем, определяем его судьбу, видим, что действительно большое количество заболеваний, возможно, стоит еще учесть такой момент, как почему мы поставим ему ЭКОК 1 или 2. Если мы понимаем, что эти заболевания скомпенсированы, и резервы организма есть, наверное, давайте рискнем и назначим. Ну и не так уж сильно рискнем, потому что заболевание, то, которое мы лечим, оно это очень серьезное заболевание. Поэтому сейчас оно будет немножко превалировать в нашем выборе и не пугать назначению к такой хорошо переносимой терапии, как антипедиадин. Спасибо большое.